стихи, которые мы знаем и слышим, и песни, которые поем. Она проживала эту жизнь и оставила нам как великое наследство. Я очень счастлива, что мне вот так вот удалось с ней поговорить в простоте. Она очень милый человек и как бы принимает нужду на себя. И те советы, которые она мне давала, она настолько проговаривала естественно, сердечно, как будто она, мы с ней знакомы были всю жизнь. И мне поэтому очень приятно сейчас прочитать ее стих «Молитва». С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать всю, чем ты путь мой здесь отметил. Без почему и без зачем, не прикословя и не споря, как я дышу и пью, и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка, в моих путях, в твоих руках большая цель, а не ошибка, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти. Не расширял мой путь, а узел, чтоб каждой новой бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой и ставил в угол на колени, что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием, не дышать в том виноват, что я нуждалась в наказании. Позволь мне жить